Добрый день! Вы на канале школы Йога Рагелин. Сегодня мы поработаем над телом мечты. Мы выполним тренировку для плоского живота и тонкой талии. Это поистине уникальная тренировка, потому что она сделает вашу талию узкой и одновременно она работает над женским здоровьем. Мы будем работать так, что точно будет результат. Эти упражнения включают глубинные мышцы кора, которые будут держать ваши внутренние органы, и животик не будет торчать. Поэтому приготовьтесь к тренировке, возьмите коврик и воду. Мы будем задействовать наше дыхание. Только с помощью дыхания вы получите красивый живот без вреда для женского здоровья. Все это меньше, чем за полчаса. Настройтесь на практику. Вы уделите себе время. Ваше состояние после практики будет совершенно другим. Возьмите коврик и давайте начнем. Начинаем мы практику в простой позе йога. Сядьте ровно, вытягивайтесь вверх за макушкой. Почувствуйте седалищные косточки. Вдох. Отводим плечи вверх и назад. Выдох, плечи вниз. Установите контакт с каждой частью вашего тела. Почувствуйте, где в пространстве находятся руки, ноги, как таз, спина и голова выстраиваются в ровную осевую линию. Правую руку положите на низ живота, левую на грудной отдел. На вдохе наполняем низ живота, следим за путем вдоха. Надувается живот, затем грудной отдел. Дыхание доводим до ключиц, чуть задерживаемся. И на выдохе сначала опускаем низ живота, верх живота, грудной отдел. Полный выдох. Повторим цикл. Под правой рукой живот поднимается, доля секунды приподнимается грудной отдел. Медленно на выдохе опускается живот и грудной отдел. Еще один цикл дыхания. И на вдохе откройте глаза, отпустите все напряжение. Выдох. Начинаем дыхание огня. После полного выдоха делаем резкие выдохи носом, быстрые, короткие, шумные. Сейчас я показываю 5 раз дыхание огня. Я делаю только выдохи. При этом живот, мышцы живота включаются в работу. Пупок тянется к позвоночнику быстро и резко. Вдох, полный выдох и вдох-выдох. Теперь сделаем вместе глубокий вдох. И после выдоха делаем дыхание огня 30 раз в быстром темпе. Восстанавливаем дыхание, сделаем паузу, опять выстроим ровную ось тела, глубокий вдох-выдох. И на следующем выдохе снова делаем дыхание огня. Выдох, подтяните интимные мышцы и после этого 30 дыханий огня. Восстановите дыхание, сделайте паузу, выстроим ровную ось тела, глубокий вдох, после следующего выдоха снова 30 дыханий огня, вдох-выдох, подтяните интимные мышцы 30 раз.
Вдох, выдох. Восстановите дыхание. Отлично, думаю, вы почувствовали, как хорошо работал пресс. Сейчас становимся в позу стола на четвереньки. Ладони под плечами, таз над коленями, спина ровная. Вдох, на выдохе отводим таз наверх, руками отталкиваясь от коврика. Подтяните живот и мышцы тазового дна. Это собака мордой вниз. Живот в этом положении как будто присасывается к позвоночнику. Со вдохом мы опускаемся на четвереньки, колени вниз. Сейчас опять выдох и постарайтесь раскрыть грудной отдел, сделать как будто бы ложный вдох и в это время поднять таз, собака мордой вниз. Живот прилипает к позвоночнику, как бы сжимается, все идет к пупочку. Небольшая пауза. Со вдохом опуститесь на четвереньки, расслабьте полностью живот, мышцы тазового дна. Отлично. Теперь наше тело разогрелось, готово к движению. Следующее движение мы будем делать именно на образование нашей тонкой талии. На выдохе подтягиваем мышцы тазового дна, руками будто толкаем коврик, приподнимаем колени вверх. На вдохе опускаем колени, выходим на четвереньки, повторяем. Выдох, подтягиваем мышцы тазового дна, отталкиваемся руками от коврика, живот подтягивается, колени приподняли, руками толкаем коврик. Вдох, мы полностью расслабляемся на четвереньках, опускаемся на коврик. Еще раз полный выдох с довыдохом. Отталкиваемся руками от коврика, приподнимаем колени, мышцы тазового дна подтянуты. Вдох, полностью расслабились на четвереньках. Еще раз выдох, полный-полный выдох, подтянули интимные мышцы, живот подтягивается к спине, прилипает к позвоночнику, нет прогибов поясницы. И со вдохом расслабляемся на четвереньках. Отлично, опускаемся в позу ребенка, расслабляем спину. А сейчас садимся на колени медленно-медленно, позвонок за позвонком, круглой-круглой-круглой спиной. Поднимаем сейчас таз вверх, тянемся за руками, за макушкой вверх. Это будет на выдохе, а на вдохе мы опускаем таз то в одну сторону, то в другую. Встаем на колени, подтягиваем мышцы интимные, живот. Также стремиться к позвоночнику. На вдохе опускаем таз влево. Выдох вверх, вдох в сторону. Выдох вверх, вдох в сторону. Каждый раз на выдохе мы поджимаем интимные мышцы. И живот прижимается к позвоночнику. А на вдохе мы медленно, подконтрольно опускаем таз. Неправильно это делать без контроля мышц, опускаться резко, бросать свой таз. Нужно включать мышечный контроль и опускаться подконтрольно, чтобы проработать глубинные мышцы кора, ног, интимные мышцы, мышцы-стабилизаторы. Это сделает фигуру красивой, подтянутой. Не нужно просто падать в бок, делаем это медленно. Каждый раз вытягиваем оба бока, и верхний бок, и нижний. Не складываемся на боках, а именно вытягиваемся позвоночником вверх.
На выдохе всегда подкручиваем копчик, медленно поднимаемся, а вдох медленно опускаемся. Активно сжимаем ягодицы на подъеме. Еще несколько раз. Это упражнение хорошо прорисовывает талию. Выполняйте его каждый день. Именно вот так осознанно, с каждым выдохом, поджимая интимные мышцы и живот. Молодцы, садимся на ягодицы, переносим вес тела на седалищные косточки, ноги перед собой, обняли колени. И с выдохом круглой-круглой спиной медленно ложимся, позвонок за позвонком укладываем спину. Мы будем выполнять ягодичный мост. При верном выполнении это упражнение формирует сочные подтянутые ягодицы и плоский живот, осиную талию. Внимание! Делать неправильно, поднимая таз вверх, прогнувшись в пояснице. Учимся делать правильно. На выдохе поднимаем ягодицы так, чтобы поднялся таз, позвонок за позвонком. Именно лобковой костью мы поднимаем таз вверх, живот подтянут. Чувствуем, как тянется передняя поверхность тела. Здесь выдох. На вдохе опускаем таз, спину, позвонок за позвонком. Чувствуем каждый позвонок, каждый сантиметр тела. Выдох, вновь сжали ягодицы, подняли таз вверх, лобковой костью вверх, в потолок. Вдох. Позвонок за позвонком медленно-медленно на коврик. Представьте, что вам надо между ягодиц удержать листочек бумаги. С выдохом подтягиваем интимные мышцы, направляем таз лобковой костью вверх, сжимаем ягодицы, вдох медленно-медленно опускаем. Еще выдох, подключаем мышцы тазового дна на выдохе, подтяните интимные мышцы лобковой костью вверх, живот прижат к позвоночнику. А на вдохе опустите позвонок за позвонком, таз вниз. Отлично. Дадим телу расслабиться. Притягиваем колени к груди. Покачайтесь. Поперекатывайтесь. Расслабьте поясницу. Меняем позу, через левую сторону садимся, помогая руками. Левая рука прямая, мы на нее опираемся. Левая нога тоже прямая, правая согнута в колени перед ней. Положите левую стопу, левую кисть на одну линию. И сейчас мы представляем, как мы толкаем левой рукой коврик в сторону. И за счет этого движения мы будем поднимать на выдохе таз. Поднимаем таз вверх, подтянув интимные мышцы. Правая рука вверх над головой. Вдох, медленно опускаемся. Выдох. Подтягиваем интимные мышцы. Поднимаем таз вверх. Опорной рукой толкаем коврик в сторону. Если вам легко, выпрямите обе ноги. Вдох, опускаем медленно подконтрольно таз вниз. Расслабляем интимные мышцы. Выдох, вновь поднимаем опять таз вверх. Подтягивая интимные мышцы, живот к позвоночнику. Вдох, медленно опускаемся, расслабляемся, повторяем еще раз, выдох, поднимаем таз выше, подтягиваем интимные мышцы, живот подтянут, все как будто закручивается в районе пупка, вдох, подконтрольно опускаем таз вниз, молодцы. Выполним упражнение Джанушвасана. Садимся, вытягиваем правую ногу, носочек на себя, левая нога согнута перед собой. Вдох. С выдохом наклоняемся, оба бока вытянуты, складываемся на вытянутом позвоночнике. Старайтесь ухватить носок пальчиками, дышим в этом положении. Медленный вдох. Оба бока растягиваются. С выдохом медленно возвращаемся в исходное положение. Отлично, поменяли сторону. Повторим подъемы таза на другой стороне.
Выполняйте тот вариант, который ближе вам. Или обе ноги прямые, или опора на правую руку, правая нога прямая. Выдох, подтягиваем интимные мышцы снизу вверх, правой рукой толкаем коврик в сторону. Вдох, опускаемся подконтрольно, медленно. Выдох, тянемся, чувствуем центр, живот прилип к позвоночнику, мышцы напряглись. Вдох, опускаемся медленно. С выдохом опять медленно поднимаемся, держим ось тела, держим таз. Выше, выше. Со вдохом опускаемся. И теперь расслабляемся, садимся. Правая нога согнута перед собой, левая нога прямая. Тянем носок левой ноги на себя. Тянемся сначала вверх за руками, вдох. С выдохом ложимся, наклоняемся. Оба бока вытягиваются. Медленный вдох, медленный выдох. Вдох. И выходим из положения. Мы сделали компенсацию после боковой планки. Уходим сейчас в стойку на четвереньках. Правую ногу мы тянем назад далеко, левую руку вперед. Это поза тигра. Здесь вдох, не прогибаемся в пояснице. И на выдох, полный выдох, интимные мышцы живота подтягиваются, скручиваемся, тянем локоть к колену, голову внутрь, давим, как будто сжимаем между локтем и коленом подушку. Вдох, выпрямляем ногу, руку, спина ровная, без прогиба, выдох, вновь касание, полный выдох. Интимные мышцы поджались, вдох, выдох, повторяем, чувствуем кор, вдох. Выдох, вдох, выдох, полный, 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 подтягиваем интимные мышцы и живот, четвереньки, вдох, выдох, таз на стопы, поза ребенка, вытягиваем позвоночник, здесь медленный вдох, медленный выдох, почувствуйте свое тело. И круглой спиной вновь выходим на четвереньки. Меняем сторону. Правая рука, левая нога. На выдохе мы как будто держим подушку, создаем сопротивление. Вдох. Выпрямляем руку и ногу. Прямая линия тела. Выдох. Полный-полный выдох. Сжимаемся. Включаем мышцы кора. Полный выдох, вдох, вытягиваем руку и ногу. Еще повторяем, каждый раз на выдохе поджимаем интимные мышцы и живот стремится к позвоночнику. Полный выдох. За счет вот этого дыхания вы создаете плоский живот. Последний раз. На четвереньки. Таз назад, садимся на стопы, скругляем спину, руки назад, расслабьтесь, полежим. Руки перед собой, круглой спиной, выходим собаку мордой вниз. Пошагайте, попереминайтесь ноги на ногу, почувствуйте тело. Вдох, замах левой ногой вверх, выдох, притягиваем ее к левому плечу. Если у вас диастаз, оставьте таз чуть выше, если все в порядке, опускаем таз ниже. Вдох, снова нога вверх. Выдох, притягиваем колено к груди, живот прижимается к позвоночнику. Вдох, вновь вверх нога. Выдох, колено к груди, живот прижимается к позвоночнику и нога левая к левой руке. Вдох, руки вверх. С выдохом опускается правое колено вниз и давим руками на колено. Подтягивая интимные мышцы, и живот идет к пупку, создаем сопротивление, подкрутите копчик.
Вытяните поясницу, вдох, руки вверх, поза воина. Поднимаем правое колено. Держите баланс, найдите точку. Выдох, вновь опускаем правое колено и создаем сопротивление. Полный выдох. Пупок стремится к позвоночнику, интимные мышцы поджимаются. Чувствуйте это сопротивление, как западает живот, как включаются глубинные мышцы кора. Вдох, вновь поза воина. Выпрямляем заднее колено. Выдох, подкручиваем таз, интимные мышцы, живот втягивается. Повторяем еще вдох, выдох. Быстрее теперь вдох, вверх, выдох. Сопротивление, полный выдох. Вдох, вверх, полный выдох. С сопротивлением подтягиваем интимные мышцы и живот к позвоночнику. Вдох, воин. Выдох, руки вниз, ушли собаку мордой вниз, попереминайтесь ноги на ногу. Вдох, правая нога вверх, выдох, колено груди, опускаем таз, если это возможно, если нет диастаза. Вдох, нога вверх, выдох, колено к правому плечу. Вдох, нога вверх. Выдох, к левому плечу. Вдох, нога стрелочкой вверх. Выдох, к груди и приставили ногу к руке. Поза воина. Опускаем левую ногу, выдох. Давим на коврик, чувствуем сопротивление, интимные мышцы поджали. Повторяем, вдох, поза воина. Полный выдох через рот, поджимаем все мышцы, подкручиваем копчик, чувствуем включение глубинных мышц кора, живот прижат к позвоночнику. Вдох, воин один, сильными руками поднялись вверх. Выдох, опять сопротивление, мы включили глубинные мышцы, вдох, воин. Выдох, сопротивление, вдох, воин. Прямая нога сзади, выдох, полный выдох через рот, сопротивление, вдох, руки вверх, воин. Вытягивайтесь вверх, выдох, сопротивление, в выпаде, полный выдох, вдох, поза воина. Выдох, руки вниз и уйдите в позу. Собака мордой вниз, а затем приставьте ноги к рукам. Сядьте ягодицами ближе к пяточкам. Вдох, выдох, медленно, через круглую спину ложимся позвонок за позвонком. Ложитесь медленно, чтобы уложить позвоночник от копчика до макушки на коврик. Возьмите голову в руки, вытяните шею, руки по сторонам, ни в коем случае не пропускайте самую важную позу для вашего здоровья и состояния, это поза шавасана. Медленный вдох, выдох и больше не контролируйте дыхание. Расслабляемся. Расслабьте мышцы лица, плечи, шею, живот, ноги. Полностью расслабьте голову. Просканируйте свое тело. Сейчас идем снизу вверх. Расслабьте пальчики стоп, стопы, икроножные мышцы. Колени, бедра, область таза, живот, грудной отдел, всю спину. Мы наслаждаемся ощущениями и ни о чем не думаем. Минута наедине с собой, минута осознанного отрешения. Отпустите мысли, вас ничего не беспокоит. Это очень важно. Все тело полностью расслаблено, ни единой мысли.
ни единого движения, только дыхание, свободное и ровное. Пошевелите пальчиками рук, пальчиками ног, согните колени, повернитесь на бок, сядьте в удобную позу, вдох, руки через стороны вверх, выдох, намасте. Поблагодарите себя за проделанную практику. Я от всей души благодарю вас, что были со мной до конца. Такие занятия помогут вам лучше контролировать свою жизнь, восполнить энергетический ресурс и достичь баланса. Если вам понравилась эта тренировка и вы хотите глубже познать свое тело, раскрыть свой потенциал, приходите на бесплатный вебинар по ссылке в описании. Сегодня вы стали на шаг ближе к себе самой, сильной и свободной, способной покорить этот мир, покорить его великой, мягкой, женской энергией.